Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Светлана очень часто бывает на модных показах. Ее сын, потрясающий молодой человек, взрослый уже, работает на модных показах в самых лучших и известных местах города Москвы. И, конечно, Света все знает модные тенденции. И именно оттуда она и привезла вот такое решение сегодня. Это куртка Арабелла. Вот я всегда мечтала о кожаной куртке, но выбрать именно такое дизайнерское решение мне даже в голову не приходило. Да, и я бываю на модных показах и могу точно тебе сказать, что кожаное изделие, изделия из эко-кожи супер популярны в 2019 году. Но кожаная куртка от бренда Ларичи под эко-кожу вот с таким декором кружевным, вот с такими прекрасными деталями. Даже молния усыпана стразами, кристаллами. Mm-hmm. Это пик моды нынешнего сезона. Несколько фактур в одной вещи со строящим эффектом. Вот этот вот сложный комплект, мягкая кожа, mm-hmm. дышащие свойства, вы чувствуете себя комфортно, вы чувствуете себя стройно, вы можете покорить всех своих подруг да. и друзей. Вот, смотрите, какая куртка, которая сошла с модных подиумов специально для нас с вами. Цвет рыжий, золотой, коричневый называется в заказе. Сейчас выбирает наша Аня. Посмотрите, как ей идет, просто потрясающе красиво. Я для себя выбрала цвет фуксия, это цвет такой розовый, и еще есть два цвета. Сиреневый мой цвет называется в заказе. Сиреневый. Следующий у нас висит на модной вешалке. Светло-коричневый. Следующий классический черный. Вот с такой изумрудным кружевом. И серый. Здесь как раз-таки кружево тон в тон. Обратите внимание, что новинка нашего сезона. Кожаная куртка Арабелла со скидкой 2000 рублей. Цена 3999 рублей. Забирая вместе с юбкой или с брюками, вы получаете бесплатную доставку. Но самое главное, вы получаете эффектное преображение, потому что куртка выглядит неординарно, стильно, красиво, изящно и, между прочим, еще и устраняющий эффект. Звоните прямо сейчас, успевайте, это ограниченная партия, и у нас уже размеры горят красным, а значит, куртка начинает заканчиваться. Я хотела тебе спросить про сам дизайн. Вот я впервые вижу так, чтобы кожа и кружево сочетались вместе. Знаешь, да, это находка, и здорово, что мы живем в 21 веке, и благодаря высоким технологиям можно достичь такого прекрасного сходства с натуральной кожей. И я тебе уже говорю, что все кожаные изделия и из эко-кожи также на пике популярности. А я тебе хочу сказать, что это прекрасная mm-hmm. фактура. Знаешь, на ощупь не отличить. И по виду тоже 100% сходство с натуральной mm-hmm. кожей. Ну а дальше посмотри вот этот вот дизайн, эффект двойки. Как будто маленький кожаный пиджак. Пиджачок накидан на кардиган кружевной. Да. То есть мы опять получаем эффект многослойности, да? Да, тот самый модный эффект многослойности. И давай заглянем внутрь. Посмотри, какая здесь живопись. Посмотри, как все красиво. Давай пошире раскроем. И подкладка... То есть дизайн и сверху, и снизу. Дизайн и снаружи, и изнутри. И еще здесь этот флористический принт. Это все характеристики премиальной вещи. Качественные вещи. Модные вещи, надев которые ты будешь выглядеть умопомрачительно и получать множество комплиментов. Получайте комплименты. Дизайнерское решение с модных показов с идеальным дизайном. Посмотрите, смотрите, как смотрится, как будто эффект двойки мы получаем, эффект многослойности вновь. При этом потрясающее люксовое исполнение нашей вещи. Куртка Арабелла. Все забирают сразу с брюками в лимон, получают бесплатную доставку. Звоните прямо сейчас, успевайте. Только в день премьеры вы получаете скидку 2000 рублей. Еще один нюанс, это фиксированная доставка, специальная экономия для вас, 199 рублей, успевайте дозвониться. Ну, а я хочу спросить у тебя, знаешь, о чем? Про сами материалы. Так. Давайте посмотрим сейчас на нашу куртку, потому что я ее трогаю, и она на ощупь как кожа. Плюс кружево, вот покажи, кружево практично вообще носить? Давайте посмотрим. В данном случае все очень практично и надежно. Да, мы здесь с тобой видим вот эту фактуру, настоящая кожа. Кстати, тебе хочу сказать про характеристики, что
кожа обладает такими же характеристиками, как и кожаное изделие, но при этом гораздо более комфортно в уходе, защищает нас от осадков и пропускает воздух. И вот это кружево, это сутажная техника, да, шелковистыми линиями выложен орнамент, и на самом деле такие изделия очень дорогие. Вот я хотела спросить, да, эксклюзив видно, но я хочу проверить, можно сейчас в прямом эфире, вот мы сейчас немножечко остановим наш эфир для того, чтобы проверить качество эко-кожи современной. Давай проверим качество эко-кожи. И сейчас я просто попшикаю водой на нашу куртку и посмотрим, что с ней произойдет. Давай. Итак, раз, два, три. Так. Посмотри, что? Вода, ты видишь капельки воды, и при этом они собираются вот в такие капельки и не впитываются. Как нам ухаживать, если вдруг вы попали под дождь? Легким движением руки, раз, мы просто смахиваем. И видим с тобой сухой материал, ничего не происходит с нашей курточки, никаких следов воды, куртка приобретает вид как новая, будто бы вы и не попадали под дождь. А вы знаете, что весной мы часто попадаем под осадки, и при этом важно выглядеть красиво и чувствовать себя уверенно при любой непогоде. То есть мы получаем сегодня качественные материалы, эко-кожа, которая не страшна вода, можно просто протереть салфеткой и все, плюс кружево, которое сделает ваш образ легким, потрясающая золотая фурнитура, которая всегда придаст еще и статуса вашему образу. Сделайте свой звонок прямо сейчас, потому что это ограниченная коллекция. Последний шик моды. Потрясающее дизайнерское решение. Обратите внимание, насколько она выглядит необычно. Вот такого решения я еще никогда не видела, поэтому дозванивайтесь прямо сейчас. Знаешь, хотела посмотреть на золотую фурнитуру. Вот, да, вот она так интересно выполнена. И сам крой. Мы, то есть, будем надевать куртку, расстегивая замочек, и на какую фигуру она сядет? Прекрасно, наша курточка сядет на любой тип фигуры. А посмотри, наш замочек, действительно, это прекрасная деталь, фурнитура, да, нам важен этот момент. И вот эти стразики, все здесь очень красиво. А еще тебе расскажу секрет, что мы можем снять наши замочки и спокойно постирать нашу курточку. Вот как это делается. Видишь, съемный замочек. Я его сняла и потом легко надела. И наша молния блестит. И даже это не похоже, что это настоящая молния. Все легко и просто. Да, правда, смотрите, легко надевается, легко снимается. Золочение, такое чувство, что это искусственные фианиты. Они так мерцают, и это всегда придает особого статуса и дороговизны нашим образом. Хотите выглядеть дорого? Хотите выглядеть стильно? Хотите выглядеть всегда изумительно? И быть как ну, с модного показа одетой? Выбирайте прямо сейчас для себя куртку Арабелла. Весна уже наступила. Будем выглядеть потрясающе, элегантно и стильно.